подтверждаю, вы можете использовать полосы с шипами.
Копы активнее применяют силу. Чтобы справиться, у вас есть подавитель оружия. Используйте его, чтобы временно блокировать оружие и системы связи преследующих вас копов. После включения эта система также указывает расположение дорожных заграждений. Эффект длится совсем недолго. Для повторной активации требуется время на перезарядку. Подавитель расходует много энергии, и вы сможете задействовать его всего несколько раз. Король асфальтовых джунглей. Dodge Challenger SRT8, гордящийся своим легендарным предшественником, производится на заводе Chrysler в Онтарио и сочетает стильный внешний вид и умопомрачительную мощь. Автомобиль комплектуется самым мощным из устанавливаемых на Challenger атмосферным двигателем Hemi V8 объемом 6,1 литра, а также алюминиевыми суппортами Brembo с малым динамическим сопротивлением. Challenger SRT8 проходит цикл от ускорения до 160 км в час до полной остановки менее чем за 17 секунд. Двойные круглые фары, гоночный капот и фирменный неразрывный задний фонарь по всей ширине кузова способствуют созданию классического облика, вдохновленного легендой 70-х. Можно считать, что история переписана заново. Ввиду преследования.
Повторяю, вы можете использовать AMI. Объект пытался вытолкнуть меня с дороги. Оружейные системы отключены. Hudson Tech. Передовые технологии на рынке запчастей. Представляем измельчитель. Второе поколение, монтируемый в багажнике системы прокола шин. На 50% шире, на 30% длиннее, без подвижных частей. Ставится быстрее 5 секунд. Этот повелитель дорог создан для гоночной трассы. На протяжении 20 лет третья серия посвящает себя автоспорту. Четвертое поколение BMW M3 Coupe лишь вносит довершающие штрихи в образ совершенного автомобиля. Под капотом M3 легкий оборотистый атмосферный V8. При пиковой мощности в 420 лошадиных сил на 8000 оборотах в минуту с отсечкой на отметке 8400 этот двигатель лучше всего показывает себя на повышенных оборотах. Благодаря пластику,